Сегодня хочу с вами поделиться вариантом очень вкусного обеда. Это будет у нас ПП шаурма. Единственное, что вот это не совсем ПП, это крылья, они жареные, если что, они не горелые, это просто они жареные в соевом соусе. Можно использовать любое другое мясо. Лучше, конечно, вареное, либо же на гриле, но у меня есть крылья жареные, поэтому я буду использовать их. Нарезаем огурец дольками, как получается. Также чуть-чуть помидора. Вот так, я думаю, половинки будет достаточно. Очищаем мясо от кости. У меня есть вот такой вот лаваш. Белого не было, только зеленый, но я думаю, все равно. Так, целый. Это слишком большой, поэтому я отрежу половину. Лаваш я обычно режу ножницами. Смазываем наш лаваш сыром мягким. И выкладываем все, что нам нравится. Но повторюсь еще раз, лучше брать какое-то мясо вареное, либо же на гриле, потому что у меня это крылья в соевом соусе жареные. Огурчики. Я люблю много огурчиков. И помидорки. Теперь заворачиваем, как обычную шаурму. Чуть-чуть приплюскиваем. Вот такая вот у нас получилась шаурма. Осталось ее прижарить на гриле. И вот такая вот у нас получилась красота. Это я вчера жарила кабачки, они на гриле пожаренные и со сметаной, и с чесноком чуть-чуть. Оставшаяся половинка помидора и наша ПП-шаурма. Приятного аппетита!